Ну наконец-то, Теран с ником Нова. Я ж вспотел. Адептов порезали настолько, что они четвером не могут ваншотнуть мину. А раньше могли. Раньше можно было отбить четырьмя адептами без единого обсервера, просто дроп мин. Прилетает мина, и сразу четырьмя адептами ты ее просто фокусишь. А теперь четыре адепта не могут ваншотнуть мину. Потому что Blizzard... Blizzard. Лучше бы тираны просто не играли в фаст либераторов, а играли бы более сейфовые билды. Не жаловались, что адепты такая дичь. Им жалко денег на туретки. Хотя у них мулы. И они имеют на 1000 минералов больше инкама, чем у любой расы. И ноют, что адепты слишком сильные. Построить три туретки вот так вот и все. Прото сам проклянет весь мир. И дропай сам. А то они дропать не хотят. Сидят в защите. Боятся чего-то. Всегда есть выход. Против любой имбы всегда находился выход в Старкрафте. Или эту имбу фиксили, или игроки умели адаптироваться. Да, адепты сильные, никто не спорит. Но, блин, ты попробуй хотя бы что-то сделать, чтобы их законтрить. Хоть что-нибудь. Так, я играю с тираном. Надо подумать, как с тираном-то играть. Ладно, раз уж я уже решил играть без Нексуса. И без газа второго. Не хватает минералов. Сразу за минералами пион. Ибо нафиг этих либерасторов. Ой, ближний по воздуху респы, я облажался. Не хватает минералов. Так. В принципе, у меня есть шанс не дать ему меня разведать. Мы в пути. Карнавал. Недостаточно энергии. Ой-ой-ой. Ой, карнавал. Я такой мерзкий. Мерзкий, мерзкий, мерзкий. Пространственные струны настроены. Все. Требуется лучшая смена. Разработка завершена. Просто пробкой заехал. Просто пробкой. Построил пиона на мейне. И не прилетел. Вот этот чувак сейчас, наверное, вообще весь мир ненавидит. Потому что это настолько омерзительно. Я уверен, что его никто так еще не пенетрейшил. Огонь.
Просто жестко, жестенько, я бы даже сказал. Че, тосы жесткие такие? Да ладно, не все тосы такие. У меня просто изощренные фантазии. Господи, я реально вот играл 5 лет в StarCraft, я мечтал карасить Террана хоть чем-нибудь, хоть когда-нибудь. И вот в Лего сейчас это возможно. Адепты, призма, оракулы, кора. Раньше сидишь 15 минут, отбиваешься от дропов, отбился хорошо, пошел в оклик. Пропустил пару дропов, слился. Теперь тосы должны заполонить всю планету.